Часть здания на улице Дружинина, 53, оборудуют под спортивный зал. Накануне помещение было передано в муниципалитет. Хорошее помещение, в первую очередь хорошее по объему. И, в общем-то, мы согласились его привести в порядок. Да, само по себе помещение это оно было проблемное. В первую очередь там не было отопления. Но отопление сегодня мы завели. Отопление, в общем-то, здание стоит под теплом. С холодной водой проблема у нас также решена. Теперь здесь необходимо покрасить стены и обновить пол. Затем планируется установить оборудование. Завершить ремонт планируется в сентябре 2019 года. В новом спортивном зале тагильчане смогут заниматься греко-римской борьбой, дзюдо и скалолазанием.